Дорогие друзья, всем большой привет! Это дачный влог. И сегодня я займусь немного организацией. Почему немного? Потому что все-таки кухня не до конца готова. И поэтому часть я что-то уберу в шкафчике и освобожу место в шкафу, который вот там у нас зеркальный вот здесь стоит. Видите, здесь очень много вещей. Там макароны разные, крупы. Крышки вот эти я тоже хочу на кухню убрать в такую, знаете, отдаленную угловую секцию, чтобы не видно было. И плюс крышки мне не нужны круглый год. В общем, вот здесь наведу порядок, часть полок освободится, и я туда сложу, скорее всего, пока свои вещи, которые мне нужны в огороде. Так, значит, смотрите, в фикс прайс я на самом деле уже давно купила вот такие вот коврики на кухню. В наборе идет две штучки, они такие, ну, как немножко пупырчатые. Вы мне когда-то давно советовали купить их в фикс прайс. Вот, собственно говоря, приобрела. Можно в холодильник, можно в ящики. Я думаю, что я их буду использовать для холодильника. Ну, мы это еще посмотрим. И также в Леруа Мерлен купила вот такой вот антискользящий коврик виниловый. Там есть разных оттенков. Я вот купила вот такой вот белый, ну, прозрачный такой. Вот. И также я вам говорила то, что у нас здесь раньше рулонная штора висела. По-моему, мы ее в IKEA покупали. И у нас там крепление сломалось, поэтому взяли за 180 рублей в Касторами вот такое вот крепление. Может быть, оно подойдет, а может быть и нет. Ну, попробуем. Если подойдет, вообще будет очень классно. Значит, сейчас буду освобождать вот эту вот секцию. Так, здесь это у меня ящик для всего, для овощей. Вот, уберу оттуда картонку, потому что картонка была временно туда поселено, пока вот мы не купили виниловый коврик. Отрежу сейчас, застелю все это, уберу туда крышки, также кастрюли для консервации. Все пойдет у меня в этот угол и будет храниться здесь. Забрала картонку. Вот, так что сейчас все нужно сначала будет выгребсти на этот стол, на эту столешницу, а потом уже буду разбирать. Так, ну что, вытащила я все, что мне нужно. Ребят, значит, вот здесь у меня стоит кастрюля, в которой я готовлю какие-то заготовки. Также здесь для куличей формы, в общем, дуршлаг вот такой. Но он мне в основном здесь не нужен. Вот это, также разные крышки. Здесь у меня, я это все уберу сейчас в самый дальний нижний угол. Дальше буду уже крупы разбирать. Скорее всего, что-то выброшу. Из вот таких вот банок пересыплю в контейнеры, чтобы было удобнее хранить. Так что да, работаем.
Итак, продолжение столешницы возле окна мы решили сделать из подоконника. Купили подоконник по размеру и разрезали его на две части. То есть ту часть, которая подходит по размеру, мы уже внедрили в подоконник, чтобы он был вровень со столешницей. Ребят, ну что, смотрите, вот что у нас получилось. Здесь также герметиком, Сережа, возле окна, да, замажешь? Да, это все замажется потом герметиком. Вот, пока это все на... Сохнет? Сохнет, да. В следующий раз, когда мы приедем, Сережа еще здесь герметиком пройдется. Ну, вот так вот все получается. Окно, естественно, открывается, но там прищепку поставил. Вот, так что все работает. Потом окно помоем, ну, сделаем. Откосы, да. Пока так все остается. В принципе, то, что мы хотели, мы сегодня сделали. Так, здесь я разместила пока временно все крупы, макароны. И здесь вот такой вот потайной уголок у меня. Вот. На сегодня работа, я думаю, закончена. Сейчас уберемся, покушаем и поедем домой. Ездили вчера, точнее сегодня заезжали в Леруа, хотели купить сюда вставку для вилок и ножей другую, которая полностью на весь ящик идет, но опять все раскупили. Кстати, купили вот в Кастораме, я вам говорила, вот этот ролик, или как он называется, угу, для рулонной шторы. И она... Он подошел. Да, он подошел. Ну, вот этот комплект. Так что спасибо вам большое за то, что посоветовали. И не придется другую рулонную штору покупать. Это большой плюс. Красота. Красота. Ну, я хотела вот этот, конечно, как этот называется? Профиль поуже, но нашли только, к сожалению, такой. Но, в принципе, тоже хорошо смотрится. Вот. Нормально пойдет. Главное, чтобы он свою задачу выполнял. Угу. Потом вот это все помыть надо будет. Доделать откос. Уголки. Стеновую панель. Дорогие друзья, ну что? Закончу это видео на вот такой вот ноте. Покажу вам, что я купила нового из семян. Потому что скоро уже в феврале, в январе нужно будет сеять семена на рассаду. И, собственно говоря, я купила семена петунии. Те, кто уже подписан на меня, знают, что в 2021 году я вырастила первый раз петунии, чему была очень рада. В первом году петунии, конечно, меня порадовали своим цветением. Шикарные были кусты. Я буду, конечно, стремиться, чтобы они были еще больше. Если вам вдруг интересно, какие петунии я вырастила в прошлом году, тогда в инфобоксе я вам оставлю ссылочку на видео, где я рассказываю и показываю, какие у меня петунии, какие сорта, и также видео, где я сеяла петунии. Ну, я думаю, что
для многих будет не проблема найти такие видео в интернете, как посеять петунию. На самом деле очень многие говорят, что это тяжело, но я бы так не сказала. Петунию очень легко выращивать, просто надо быть, особенно когда вы пикируете ее, быть поаккуратней. Так, значит, в этом году я взяла вот такие вот семена, никогда даже для овощей не брала, это семена профи написано, американская какая-то селекция, вот такие вот две петунии каскадные, Wave, вот здесь вы можете прочитать название, мне они очень понравились, единственное, они каскадные, я подумаю, куда я их посажу, но мне они очень понравились. Пышное цветение. Посмотрим, что с этого получится. Первый раз эти семена брала. Это, кстати, семена от компании Поиск, как и эти. Но видите, написано, что это семена профи. Посмотрим на схожесть этих семян. И в том году я брала петунью ампельную опера. Тоже отличный результат. 100% схожесть. То есть из 5 семян 5 семян взошли. Это очень хорошо. И также белую петунию решила взять. Тоже ампельная, лавина белая. Видите, они немножко отличаются. У этой ампельной петунии сердцевинка желтенькая. Мне показалось, что это очень красиво будет смотреться в саду. И вообще, в принципе, белая петунья очень хорошо разбавляет и придает какую-то свежесть участку. Я не знаю, как правильно сказать. Посмотрите, как будет красиво смотреться. Вот так вот. Я еще хотела взять петунию Нану, но, к сожалению, не нашла. Не нашла в магазине Оби. Мои дорогие, я прошу прощения за свой голос, потому что я сейчас болею. Не короной, но, тем не менее, насморк и кашель есть. Мои дорогие, я на этом буду свое видео заканчивать. Делитесь, пожалуйста, своими любимыми сортами петунии в комментариях, потому что я еще буду докупать другие сорта петунии. Мне интересно было бы посмотреть, какие вы сеете и какие вам нравятся. Может быть, я что-нибудь выберу. Вот. А я на этом буду заканчивать свое видео. Увидимся обязательно с вами уже в новых видео. До новых встреч и всем пока-пока!